It's so chaotic. Да, я могу, я могу, я могу. Я бы постарался донести это послание до всех, не становясь слишком чувствительным. Ассаламу алейкум, хабибати, и добро пожаловать на еще один арабский фильм, где мужчина реагирует с любовью на Димаша. Это самый популярный запрос на реакцию за весь год. Вот и все. Ставь лайк, комментируй, подписывайся, включай уведомления о звонках, чтобы знать, когда мы загружаем видео, и если ты хочешь поддержать нас. Ты можешь сделать это, оставив суперблагодарность внизу, если видео позволяет это, или присоединившись к нам там на Патреоне. Вот ссылка в описании ниже. О, это похоже на тему зла. Like an evil theme. The selection of notes. Вот это подборка нот. It's so twisted here. Здесь все так запутано. It's... They're twisted, the notes. Они такие запутанные, эти ноты. Ладно, у меня только один вопрос. Это его проекция, верно? Это сцена, где они снимают его на сцене, а потом это его проекция, верно? Вот что там происходит. И если это так, то все эти маленькие огоньки внизу — это люди, а это значит, что здесь много людей наблюдают за этой штукой. Man, those low notes. He's hitting them so effortlessly. Эти низкие ноты, он берет их так легко. Вот это да. А потом он делает это так легко, владеет этим, пишет для этого, воплощает это в жизнь и продолжает выступать вживую, жизнь исполняет это, жизнь исполняет это. И это звучит так, как будто он занимается этим уже 50 лет. Как будто ты собираешься пойти посмотреть на этого парня, потому что он известен своим качеством голоса, его низким, глубоким и насыщенным звучанием. Вот почему ты хочешь пойти и посмотреть концерт. Но ты же знаешь, что это гораздо больше, чем просто концерт. Это просто идея овладеть каким-то стилем за такой относительно небольшой промежуток времени, в то время как ты одновременно осваиваешь кучу других стилей. The voice of hope is here. Здесь звучит голос надежды. Харам, матыпки.
Сейчас появится третий персонаж. Да, я могу. Я бы постарался донести это послание до всех, не становясь слишком чувствительным. Когда ты идешь смотреть концерт, будь то классическая музыка или опера, называй это как угодно. Как правило, на листах с записями указаны названия, но ты понимаешь различных партий в спектакле. Кто исполняет партию баса, кто исполняет нежную песню и так далее и тому подобное. И это люди, которые десятилетиями совершенствовались в своем ремесле. У них за плечами десятилетия. Они прошли через все это. И во все времена они были известны как басовый звук, теноровый звук и так далее и тому подобное. Он выступает. Если бы это был концертный лист, на который ты собирался пойти, то на нем было бы написано «Димаш, Димаш, Димаш». Мне нужно, чтобы ты знал, насколько это уникально, насколько невероятно, что один и тот же человек может исполнять три голоса на таком невероятном уровне. Вот так. Видишь, вот почему я не играю с Димашем. Вот почему я этого не делаю, потому что все начинается с удивления и волнения. В какой-то момент я просто перестаю чувствовать себя человеком, потому что это недостижимо. Это недостижимо. Боже милостивый, чувак. Боже милостивый. Я знаю, что должно произойти. Я точно знаю, что сейчас произойдет. Я уже могу сказать тебе, что произойдет. Он показал тебе три голоса, а это три проекции, верно? Это три персонажа. Все это было предварительно отснято. Но чего мы еще не знаем, так это того, что он на самом деле стоит на сцене и поет все три части, и я готов поспорить с тобой. На 10 баксов. Давай ограничимся 10 баксами. Я не очень уверен, что он выйдет на сцену в любой момент прямо сейчас. Люди сойдут с ума, и он собирается объединить три голоса в своего рода голосовой битве, которая вписывается в повествование. Я так тебе завидую. Но в то же время я испытываю огромное уважение и благоговейный трепет перед этим человеком и перед тем, на что он способен. Это потрясающе. Прошу прощения. У меня запело в глазах. Я даже не осознавал этого. Подожди, он все это время был на сцене и исполнял свои партии? Или он просто появился на сцене?
Мафик, хэ, мафик, мафик, мафик там лэк. Мафик там лэк. Трог шила гэрак. Лэ. So good. Okay, so those parts are playback. Хорошо, значит, эти партии воспроизводятся. Yeah, no, no, how does that? Absolute roller coaster. Это не совсем американские горки. Ох, сколько сложностей, прекрасных, восхитительных сложностей. Так значит, те другие голоса были воспроизведением. Не то чтобы это что-то меняло в исполнении, потому что в любом случае это он их поет. И о, это такой позор для всех ненавистников, которые считают, что звук контролируется студией. Его голос звучит точно так же, как когда он стоит у микрофона и играет вживую с полным составом группы, кстати, так же хорошо, как и три предварительно записанных голоса. Он звучит точно так же. Так что это ничуть не хуже. Ты же знаешь, что это ничего не меняет. О, мне это нравится. Он выглядит так, будто одет в стиле MJ. Да еще и в этом. Вот в этом. В этот момент он делает вот это. Вот эта часть прямо здесь. Это абсолютный комплимент MJ. Абсолютный комплимент MJ. Я должен сказать, что как бы впечатляюще ни было наложение слоев и вокала, а также использование этих трех его аватаров и различных голосовых техник. Смешение чего-то такого классического с чем-то таким современным, когда он выходит на сцену и поет свои вокальные партии. Это еще один уровень сложности, который просто сводит с ума. Мой любимый голос из этой четверки определенно тот, который появился в конце, потому что он показывает нам его уличную сторону. Знаете, как такой вокал, который совсем другой, чем классический «Оставайся спокойным». Это что-то вроде «Давай, черт возьми, рванем отсюда». Ты знаешь, это должно быть моя любимая часть всего этого. Но это просто прекрасный шедевр из разных элементов, жанров, композиций, вокальных техник, наслоений и гармоний ближе к концу. И просто тот факт, что все это живое и там играет группа, и он просто поет для группы. Так будет лучше. Любая реакция Димаша всегда начинается с удивления. В какой-то момент я начинаю нервничать, а потом просто испытываю глубочайшее уважение и обожание. Именно поэтому я не часто играю их в одной роли. Ну что же, ребята, большое вам спасибо за то, что посмотрели. Увидимся в следующем фильме. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Поддержите нас, если хотите, оставив суперблагодарность под видео или присоединившись к нам на Patreon. Саламат.